Кафедра оптики занимается изучением оптических явлений и преподаванием дисциплин, связанных с оптическими явлениями и их применением в различных областях науки, техники, вот, в том числе и биомедицины. Это отдельное направление на нашей кафедре. Мы изучаем свойства света, оптические явления и как эти явления могут быть использованы в тех или иных измерительных целях. В данном у нас есть оборудование, которое позволяет проводить исследования с высочайшей точностью. Вот наши исследования связаны в первую очередь с когерентными эффектами, с проявлением в измерениях длины волны, которая составляет очень малую долю микрометра, и измерения, которые производятся с помощью света, обыкновенного лазерного света, производятся с высочайшей точностью до долей и сотых долей микрометра. Вот вы здесь вы видите одну из наших установок, которая связана с оптической интерферометрией. Это метод измерения, основанное на явлении интерференции света и сравнение измеряемой величины с длиной волны света, а вернее с ее долями длины волны света. Особым направлением в оптике является голография. Это метод записи волновых полей, в том числе и оптических волновых полей. Это самое интересное направление с точки зрения получения информации и с точки зрения воспроизведения изображений, которые воспроизводятся с помощью метода голографии в объемном виде, как сейчас принято говорить, в 3D. Но самое главное для науки и ее применение – это восстановление волнового поля, которое существовало в какое-то времени. Но с эстетической точки зрения, с визуальной, это формирование и восстановление объемных изображений со всеми эффектами, присущими реальным объектам. Голография используется и в изобразительных целях. Можно снимать произведения искусства, музейные экспонаты и экспонировать их уже в их отсутствии в разных частях света, в разных странах. Вот здесь вот видите две голограммы с музейными экспонатами, которые дают возможность представить, как в реальности выглядят эти объекты. Голография с помощью импульсных, быстро работающих лазеров позволяет снимать и живые объекты. Вот в частности, можно сделать портрет человека. Это с эстетической точки зрения может быть менее интересно и привлекательно, но с точки зрения информации и возможности здесь голография открывает целые направления новых возможностей использования как в технике, так и в биомедицинских исследованиях. Можно посмотреть, как в динамике меняется изображение объекта при использовании движущихся источников света –